Дружба и взаимопонимание. Такие пожелания звучали на празднике, организованном во дворе домов, включающих улицы Советской и Маяковского. День соседа дружно отметили их жители с песнями, танцами и веселыми конкурсами. Инициатором, а затем и почетным гостем на мероприятии стала депутат Законодательного собрания Еврейской автономной области Елизавета Славина. Проведение дворовых мероприятий для меня, как для депутата, имеет огромное значение, потому что я имею возможность прийти в любой двор, поговорить с людьми, что их беспокоит, чего они хотели бы улучшить, как это сделать можно вместе. Вот мы сегодня на Советской находимся и Маяковского. И здесь давние проблемы разбитых асфальтов, разрушенных. Мы на сегодняшнем мероприятии решаем со взрослыми, пока дети веселятся, как подать на проект «Комфортная городская среда», каким образом, какими дворами. Организацией мероприятия занималась депутат городской думы и председатель поселка «Мясокомбинат» Ольга Кудрявцева. Она отметила, с традицией, которую несколько лет назад успешно ввели в ее поселке, теперь хочется познакомить и другие улицы родного города. Каждый год с Елизаветой Владимировной мы проводим День соседа. Мы одни из первых начали проводить этот праздник. Он у нас был на поселке, а сейчас мы решили выйти в город, и это тоже наш ТОС, наш округ. И вот сегодня первый раз на многоквартирных домах. Ну, люди собрались, хотя мы думали, что не будет, но все рады, счастливы, песни, танцы, посмотрите, как пляшут дети. Праздник удался, считают организаторы и сами соседи. Об этом говорили улыбки. Украсили мероприятие творческие номера от ансамбля «Раздолье», вокальные тематические зарисовки и много-много приятных слов. Жителям микрорайона пожелали жить дружно, не таить злобу, а еще быть активнее и отстаивать интересы своих дворов. Ольга Тимченко, Юлия Долгополова, Денис Листюхин, Новости 21.